Всем привет! Сегодня 11 января 2024 года. Там остановка Коммерческий институт экономики и торговли, улица Тургенева. Вот в этом доме была аптека в советское время. Сейчас он заколочен. Дом старинный, Тургенева 24. Вот. Погода, легкий минус, типа как минус 2, 0, но ожидается похолодание. Лежат сугробы, тают постепенно. Вчера тоже был легкий минус, примерно такая же погода. То есть оттепель, то похолодает, то потеплеет. Ну, такая у нас в Орле зима, как написано про климат города Орла в Википедии. Зима умеренно холодная, по-моему, с оттепелями. А, не, лето, да, зима с оттепелями, а лето умеренно жаркое, по-моему, с периодами более прохладной погоды. Вот у нас зимой более такая теплая погода, то холодная погода. Тут вот такое творится. Ну, в принципе, нормально, так можно погулять, походить. Вот я иду сейчас с теми самыми дворами, как я шел, когда записывал ролик. Снег, сугробы, холодает, елки, Батюшка Мороз. Батюшка, в смысле, там священник встретился. Ну, тут мы видим палисадник. Палисадники, занесенные снегом. Тоже старинные дома. По улице Тургенева детская площадка занесена тоже снегом. Вот дети уже там сделали снеговичков двух. Вот смотрите, стоят два снеговичка на детской площадке, ну небольших таких, с полметра. Это хорошо, значит, дети тут все-таки более-менее гуляют зимой. Ну, зима такая, в принципе, хорошая, считаю. Не особо холодная, хотя было холодно. Ну, может, тогда весна наступит пораньше. Хотелось бы весну, конечно, пораньше. Потеплее. Вот видите, оттаяла вот земля. Видна трава. Такой дом старинный. Птичка. Что за птичка, не знаю. Сидит на веточке. Красивая. Может быть, это сойки. Две их даже. Клюют рябину. Смотрите, сойки клюют рябину. Вот, да, рябину едят, реально. Это еще одна сойка. Сидит на веточке. Лакомится рябины. Ягодами рябины. По-моему, это сойка. Насколько я разбираюсь в птицах. Ох, как хорошо. Ягоды крупные. Сойке это, видимо, нравится. Кушает ягоды. Их тут, кстати, немало, этих соек. Вот они на ветках сидят, едят рябину. Видите, природа у нас такая в Орле. Ох, птички. Да, ну что ж, хорошо, как говорится, птичка божия не знает ни заботы, ни труда. Ну, тут как бы поспорил бы я, потому что тоже конкуренция, и рябину эту еще поискать надо. Вот так вот прыгай с ветки на ветку всю зиму, да, хвостом тряси. Ну, в общем, оттепель у нас, оттепель. Вот.
Вышел я на улицу с вот такого Щедрина. Иду в Пятерочку. То у меня что-то морковка стала кончаться. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал Из Орла. Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Ой. Машина просто. Ну, в общем, до новых встреч.